капли, бля, Саски. Всем пока, всем пока. Игра вылетела, пацаны. Я зашел в настройки, вылетела игра. Охуенно. Видимо, я деньги верну, если такое повторится. R&B, бля, клуб. Курим жирный член. Где настройки? Так, качество охуенное. Но у меня не такое разрешение. Язык русский. Окей. Ага. Все нормально. Новая игра. Обучение, задание, апокалиптик. О, а, во, ля, блядь. Ну все, давайте. R&B, бля, клуб. Курим жирный член. Ой, а тут графончик подтянули, реально. Заткнись. Заткнись. Аптечка, топор в стене, два чемодана. Заткнись! Заткнись! Блять! Жена ёбаная, погнали, блядь! Апокалиптик, апокалиптик, жена! Пизда. Пиздец. Успею? Успею, успею. Успею, 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 успею. Успею! Хотя бы так. Четко. По качеству четко. Ну, графончик они потянули, но там бессмысленно было подтягивать в этом говне графон. Опа, книга есть. Смотрите, есть книга, топор есть, ружье есть, фонарик, сундук, аптечка. Все есть. Карты, все поиграть есть. Неужели они нормальный шрифт? А, нет, такое же говно. Ну, кстати, вот это удобнее. Вот это поудобнее будет. Так, все добрались до убежища за секунду до взрыва. Мы еле успели. Главное, ля-ля-ля. Угу. Дудка губная еще есть. И книга. Дальше, суп. Блин, реально, надо было эту сразу покупать. Так. Мы все выудалим, чтобы снова нежиться под солнышком. Похер. Так, первый день изич. Изичный день, изичный день, изичный день, изичный. Так, никто не голоден, все нормально. О, противогаз не взял, блядь. Ай-яй-яй-яй-яй. Я не смогу дней 18 выходить на поверхность. Или это просто будет очень опасно? Блядь. И радио нету. Угу.
Так, до тех пор, как пока мы в безопасности, мы можем находиться здесь. Сегодня Тед, ну ладно, у них ничего особенного. Блэд, ну придется, видимо, отправлять. Не-не-не-не, нормально, нормально. Но придется отправлять. А как еще? Не-не-не, буду, первые 5 дней не буду. Так, сыграйте во что-нибудь, говорили они, будет весело, говорили они, круто. Так. У меня достаточно, мне кажется, чтобы я мог чуть-чуть выжить. Жажда, жажда, жажда. Пока ничего им не даем. Так, Мэри Джейн всегда была веселой, но в последнее время настроение у нее не очень. Видимо, ей не хватает уроков музыки. Она постоянно напевает свои любимые классические произведения, как будто играет на трубе. Она говорит, что могла бы все отдать за возможность сыграть еще раз. Даже собственную жизнь. Что очень вероятно, если мы выпустим ее из убежища. Если она будет снова улыбаться... Разрешите ей прогуляться вокруг дома. Нет, нет. Там, это третий день, там жесткие осадки сейчас радиоактивные. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Так. Обезвоживание, 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 обезвоживание. Сейчас мы всех поем. Так, рисковать жизнью? Нет. Всем воды, 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 воды. Пиздос. Короче, отправлю я... Нет, пока не отправлю никого. Так, Мэри Джейн не проронила сегодня ни слова. Это очень странно. Может, как-то спросить, как у нее дела? Давай спросим, как у нее дела. Так, день пятый. Угу. Так, давайте, подождите, сейчас надо узнать. Нормально, нормально. Ну, у всех пока все нормально. Так. Нет лучшего способа решить проблему, чем поговорить о ней. Так. Что? По душам. А, поговорить о ней по душам за чашечкой чая. Хотя чая у нас нет, разговор по душам дает результаты. Ну все, прикольно. Пятый день. Ну давай, ладно, на пятый день я уже думаю. Так, Долорес в последнее время не очень разговорчивая. Поговорим? Бук. После стрима. Тед, Долорес. Так, искренний разговор помог Долорес решить внутренние проблемы и развеять сомнения. Ей уже намного лучше. Окей. Никто ничего не хочет. Правильно. Мы их не кормим. Нормально. Так, отправляем батю. Отправляем с чемоданом. И в чемодане будет ружье. Я думаю, так. Все. Я думаю, так. Других вариантов нет. Он, скорее всего, вернется больной, я его просто вылечу и все. Так. Тед отправился. Мэри Джейн хочет пить. Диета Мэри Джейн позволяет немного поесть. А ну-ка. Жажда, голод, жажда, голод, жажда, голод. Хрень полная. Так, наше терпение на исходе. Мы думали, что неплохой идеей будет выглядеть наружу и посмотреть, что там происходит. Мы уже собрались выходить, как вдруг в темноте мелькнули звериные глаза. Мы услышали ужасное рычание. У нас... Так, ну давай посветим, кто это. Посмотрим. Посветим. Так. У них такие более растрепанные прически стали. Прям что-то жестковатое погружение. Карта и настольные игры позволяют держать мозги в тонусе и обеспечивать немного развлечений. Прикол. У нас есть все. У нас все есть. Так, мы решили посмотреть, что это было. Посветили фонариком, угадайте, что мы увидели. Собаку. Бедное животное выглядело очень измученным. И мы впустили его к себе на ночь. На следующее утро мы выпустили собаку наружу. Она до сих пор не вернулась. Надеемся, скоро придет. Неплохо. Так.
Обезвоживание, обезвоживание, обезвоживание. Короче, даем им попить. Пить, пить, пить. А, так, это просто безумие. Везде пауки. Мы находим их в нашем супе, в нашей воде. Я знаю, что надо делать. Ударить книгой. Пожалуйста, пусть будет мутант. Пусть будет мутант опять. Пожалуйста, мутант. Мы всегда знали, что книги это большая ценность, особенно... Ну ладно, я понял, сейчас, секунду. Я еще раз нажму на книжку. Плохое питание, слабое здоровье и ранения снижают шансы на выживание. Спасибо. Блин, надо было всегда на эту книжку, оказывается, нажимать. Так. Голодание, голод. Короче, Мэри Джейн хочет покушать. Есть. Трудно выжить в таких условиях. Очень интересно. Давай дальше. Звонок? Подожди. Так. Подождите. Звонок. Звонок, 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 звонок. Так, вернувшись из экспедиции, добытчике нужна еда и время для восстановления сил. Окей. Так. Мы изо всех сил пытаемся сохранять спокойствие. Мы находимся в необычной ситуации. И, возможно, нам никогда не удастся привыкнуть к этой жизни. Так. Мэри Джейн очень голодна. Ты только что пожрала, ты сука! Ты охуела, блядь! Сегодня без супа. Обойдешься, тварь. Так. Дзинь, дзинь, дзинь. Мы думали, что уже никогда не услышим звук звонящего телефона, но вдруг он раздался откуда-то с поверхности. Нет, я не буду этого делать. Я уже сколько раз это делал, и ничего не происходило вообще. Голод, жажда, голод, жажда, голод, жажда. В этот раз так. Бегать по зараженному радиации городу? Нет, 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 все нормально. Никого не кормим, не поем. Радио нельзя послушать, к сожалению. 12 дней уже, неплохо. Так, после периода... Что? Недоедание, силы восстанавливаются несколько дней. Обезвоживание, обезвоживание, обезвоживание. Даем ему попить. Тимми очень голоден. Обезвоживание, обезвоживание, обезвоживание. А голодания ни у кого нету, да? Голод, голод, нет, все нормально. Что это? Так, связаться с другими обитателями пустоши. Прикол. Я не могу опять послушать радио. У меня нет его. Собака вернулась, собака. Собака, собака, собака. А где собака? А, я не увижу собаку. Но я слышал звук собаки. Так. Главное, что нам нужно сделать, это слушать радио. Угу, угу, угу. Так, первый вариант звучит как-то разумнее. Угу, угу. Есть. Так, давайте посмотрим. Голодание, голод, голодание. Короче, вот этих двоих у них голодание. Так, мы услышали царапание по люку. Это может значить только одно. Наша собака вернулась. Мы побежали открывать, не думая о том, что можем быть, что это может быть чудовищный мутант. Но удача нам улыбнулась. Наш мохнатый друг выглядел уставшим и голодным. Но попробую накормить. Может быть, он что-то даст взамен. Вернулся батя. Пожалуйста, только бы не больной. Блять, естественно, сука. Устал, болеет. Воды он вряд ли принес. Так. Минут через 40 собака пришла в себя. Черт его знает, из чего сделан этот суп. Но, честное слово, он обладает целительными свойствами. Мы подумали, что собаке нужна кличка и назвали его Блинчик. Ко мне, Блинчик, ко мне, хороший мальчик. Блинчик был с нами немного, но на следующее утро исчез. Но он вернется, мы в этом не сомневаемся. Тед вернулся. Мы решили, наконец, выбраться и осмотреть наше здание. Плюс два супа. Окей. Плюс радио. Плюс две воды. Четко. Последняя экспедиция
заставило нас задуматься, что если нам так взять и уехать подальше от всего этого кошмара. Конечно, большая часть автомобилей сгорела дотла, но если мы найдем хороший прочный корпус... О, прикол. Реально? Я смогу уехать? Так, смотрите. Голод. Голод, устал, болеет. Голодание. Короче, я кормлю сейчас его и ее кормлю. Смотрите. Он за то, что хорошо справился. И я его еще сразу подлечу. Чтоб он других не заразил. Так. Пока нет. Еще пока небезопасно. Что за радостное событие во время большого несчастья? У Тими сегодня день рождения. Мы всегда дарим подарок в самый последний момент. Что же мы подарим ему в этом году? Шашки. Будет мастером шашек. Классный подарок. Жажда, усталость, голод. Жажда. Во время нашей безумной эвакуации мы еле успели взять шашки. Теперь оказалось, что там не хватает половины. Но, судя по всему, Тиме это совсем не мешает. Долорес не ела некоторое время. Короче, плевать вообще. Вроде как плевать. Сейчас, подождите. Жажда, голод, голод, жажда. Да, нормально, короче, похер. Давайте посмотрим, что книга скажет еще, совет. Уставший человек должен восстановить силы перед следующим вылазкой. Ну ладно, окей. Нет, пока мы никого не отправляем. Так, что это за звук лошадиных копыт? Мы побежали к двери и увидели двоих мужчин, одетых как средневековые рыцари. Оказалось, что звук копыт издавал один из мужчин, ударяя одним камнем, а другой... А другой в это время подпрыгивал, как будто был на коне. Они сказали, что ищут странный кубок и что они потерялись. И будут нам весьма благодарны, если мы позволим им посмотреть нашу карту. Если она, конечно, у нас есть. Дать карту. Так. Кто-то постучал. Еще раз кто-то постучал. Еще кто-то стучит так настойчиво. Так, они показались нам вполне дружелюбными, поэтому мы позволили посмотреть на нашу карту. Они сказали спасибо и предложили нам немного провианта в качестве благодарности. Капец. Обезвоживание. Напоить. Всех напоить надо. Пить. Все. На 18-й день вроде там передают по радио, на 18-й день, что все заканчивается, поэтому надо на 18-й день выпускать. Так, сегодня к нам забрел незнакомец с тачкой, заполненной разными товарами. Он утверждает, что он торговец и предлагает нам бартер. Карты у меня есть. У меня есть все, кроме спрея. А, я вам одну воду, вы мне спрей. А не, нахер не нужна вода. Блин, или нужна? Короче, пусть забирает, наверное, карты. Потому что у меня есть... Или пока ничего, но у меня мало воды. Сейчас. Не, воды нормально. Воды хватит. Нет, не хочу. Так, подождите, я выключу уже, а то у меня выжигают глаза, окей? Блядь, ля! Ничего себе, тут реально деградация прям идет. Так, мы отказались от обмена. Надеюсь, мы сделали правильный выбор. Торговец выглядел не очень довольным. Тед голоден. Они там что-то... У Долорес почти не осталось сил. Сейчас посмотрим. Голодание. Все, короче, Долорес надо накормить. У нее голодание. Ее надо накормить, окей. 17-й день. Блин, либо на 18-й это придет, это сообщение, или как? Так, нам бы не помешало дополнительные запасы. Во время нашей последней вылазки мы заметили застрявший в обломках неподалеку поврежденный танк. Отправим кого-нибудь посмотреть.
Танк железный, я не знаю, ну типа железо, оно очень всасывает радиацию. Нельзя вообще к этому танку подходить. Скорее всего, того, кого я отправлю, он заболеет. Что-то по радио передают. Скорее всего, передали то, что все хорошо и можно вылазить. Может, этот танк снаружи и поврежден, но внутри мы нашли работающее радио, которое у меня вроде было. И вышли на связь военные. Они готовы нам помочь. Нам нужно держать радио наготове, чтобы понять их сообщение. Окей. Окей. Голодание у Тими, голодание у нее. И я понял. Детей надо покормить. Заканчиваются припасы. Пора выходить уже. Так, по радио опять вещали военные. Они сказали, что будут вести поиск в наших окрестностях. И попросили уцелевших оставить условные знаки. Нам нужно оставить несколько карт на ближайшем автобусной остановке, которые будут обозначать количество людей в нашем убежище. Мы должны поторопиться. Ну, естественно, ну по-любому тогда. Конечно, да. Блин. Можно, кстати, игры с картами придумать, где и не все будут карты. Ну да, смотрите, мы несколько карт потратили. Так, мы оставили карты в нужном месте. Теперь мы можем только ждать, пока военные определят наше местоположение. Надеемся, ждать осталось недолго. Так, Тед все еще восстанавливает силы. Долорес должна что-нибудь съесть. Там ля-ля-ля. Сейчас мы так посмотрим. Во-первых, книжечку почитаем. Так, карты и настольные игры. Так, голод, жажда. Усталость, жажда. Голодание. Его надо покормить. Теда надо покормить. Так, и сегодня в путешествие отправляется Долорес. Наверное, с тем же самым лутом. Наверное, вот так. Да. Да, карту я смотрел ролики. Там говорят, что карта это полная херня. Так, она ушла. Окей. Сейчас. Обезвоживание, обезвоживание и обезвоживание. Голод и голод. Ладно, понял. Так, мы думали, мы никогда уже не услышим звук звонящего телефона. Не идем открывать телефон. Не выходим лучше. Собака пришла. Блин, только бы не опять кормить. У меня мало еды. У меня мало еды, собака, прости. Тед голоден. Тед отдохнул. Тед больше не хочет пить. Так, а ну-ка сейчас. Голод, голод, голод. Похер вообще. Нет, мы это не делаем. Да, это же блинчик. Наш друг вернулся. Он немного неспокоен. Все время лает и скачет. Когда мы открыли дверь, он выбежал. Выбежал и тут же вернулся. И начал опять лаять. Может, мы должны пойти за ним? Что возьмем с собой? Смотрите, если он отведет какое-то место, лучше взять карту, чтобы отметить это место, чтобы я туда смог пойти. А вдруг там будет какой-то зомбу, да? Он обеспокоен, он лает. Но если собака прыгает, то вроде как она радостная. Поэтому карту. Капец. Так.
Мудрый турист всегда берет с собой карту. Мы всегда так считали. Благодаря нашему потрепанному атласу нам удалось взглянуть на развалины, которые остались от нашего дома, и вернуться домой. Да. А точнее, так в убежище, когда... Всем раздал денег. Я ухожу. Всем спасибо еще раз. Всех люблю. И тебя, жирная хуйня, тоже меньше, чем три. Так. На обратном пути мы... Так, подожди. Как раз на ужин. Блинчик какое-то время шел за нами, но, не дойдя до бункера, исчез. На обратном пути мы свернули с дороги и нашли закрытую машину, в которой были спрятаны консервные банки. Хорошо, что мы прочитали раздел об автомобилях в руководстве Боускаута и сумели ее открыть. Вау, четко. Блин, это обновление так или мне просто везет? Так, короче, смотрите, надо еще почитать что-то. Во время кризиса связь, ключ к выживанию. Найдите радио. Окей. Голодание, голод. Кормим детей. Окей. Нечто, что? Ничто не раздражает как так, как тишина, а именно ее... Что вещают по радио? Ни музыки, ни разговоров, ничего. Можем ли мы хоть что-нибудь сделать с нашим радио? Просто сидеть и смотреть на него вряд ли поможет. Просто сиди и смотри. Потому что в прошлый раз я его сломал. Таким образом. Капец. Капец, блин, неужели у меня будет новый рекорд? Мы уверены, что всего лишь технические неполадки, все будет в порядке. Вот-вот. Слушайте, а Долорес что-то долго не возвращается. Голодание у мужика. Надо покормить мужика. Так, сегодня нас навестил продавец. Блэд, может воды у него взять? За картой, может быть... А, не, противогаз мне уже не нужен. Пошел ты нахуй. Не, ничего мне не надо. Я сам. День 24. Капец, и у меня все живы. Пока, вроде. Где Долорес? Так, этот подавец был довольно дружелюбным, но у него не было ничего, чтобы нас заинтересовало. Вот именно. Обезвоживание. Пиздец. Тимми заявил, что прошлой ночью он не мог заснуть, потому что Тед безостановочно храпел. Так. Так что? Уязвленный Тед в отместку отпустил шуточку насчет огромных ушей сына, отчего Тимми разодорился еще больше. Так. Он отчаянно ищет решение. Что тут можно сделать? Поиграть в шашки. Пусть поиграют в шашки. Пусть решат спор в шашках. Вернулась Долорес. Больная, да? Блять, больная, но есть аптечка. Ой, она совсем вернулась. Так. В конце концов, Тимми решил заткнуть уши шашками. Не бог весть какое решение, но оно сработало. Он хорошо спал, однако на утро обнаруживает, что одна из шашек пропала. А она что, застряла у него в ухе? Как же мы будем без нее играть? Ну, видимо, как-то так. Так, вы заметили группу людей, которые занималась собирательством в нашем районе. У них было много рюкзаков. В конце концов, Тимми решил заткнуть уши. Окей, мы заметили группу людей, которая шарилась. У них было много рюкзаков, и они были так заняты, что даже не заметили, как один рюкзак прокал с нашей помощью. Вот тупицы. Плюс вода. Так. На дне рюкзака под кучей женского белья мы нашли аптечку. Мы обошли всю автостоянку в поисках машины, которая не сгорела бы дотла, но, к сожалению, ничего не нашли. Может быть, в следующей экспедиции повезет больше. Тед голоден, ля-ля-ля-ля-ля. Так, смотрите, мы ее по-любому награждаем, во-первых, аптечкой, во-вторых, едой за то, что она нашла, да? Потом, голод. Все остальное бан. Так.
Сразу собираем на новый день в экспедицию. А знаете ли вы, что наша дорогая Мэри Джейн ведет дневник? Оказывается, все время она прятала его в энциклопедии бойскаутов. А, похоже, выбора у нас нет. Остается только зачитать дневник вслух по ролям, верно? Нет, конечно, это может на ее психику повлиять жестко. Кто-то чихнул, кто-то болеет опять. А, нет. Подожди, это значит собака. Это звук собаки, значит, был. Мэри Джейн благодарила нас за то, что мы не стали лезть в ее личную жизнь. После этого она выдрала все страницы из дневника, порвала их на клочки, бросила в огонь, а затем растоптала пепел и скормила его уличной крысе-мутанту. Так, а зачем мне это говорят вообще? Может, немного переборщил, но хорошо, что хоть разобрались с этой проблемой. Впрочем, по-прежнему, да еще жути интересно, что она могла такого написать. Ну, интересно, это ее личная тема. Слушайте, давайте отправлять Теда. Значит так, смотрите. Я его отправляю вот сюда. Или вот, допустим, вот здесь магазин, да? Вот я поставлю... Куда поставить вообще? Может быть, вы разбираетесь? Куда поставить? Куда крестик поставить? Ты крутой, сынок. Река. Говорят, к реке идти. Ну, давай к реке. Ну вот сюда, допустим. Вот тут есть дорога и река. Хотя здесь есть и город, и река в одном месте. Так, смотрите. Я выбираю мужика. У него будет чемодан. Сейчас. Чемодан, карта. И ружье с собой. Все. Отпускаю пацанчика. Ты крутой, сынок. Ты когда выдаешь им в экспедицию ружье, давай им и патроны. А то им же стрелять нечем будет. Патроны у тебя есть. Он будет им пугать! Он будет говорить, у меня есть ружье, умри! Блять, как вовремя, пиздец! Уже почти рекорд, пацаны, уже почти рекорд. Если они за два дня все не сдохнут, это будет рекорд мой. Обезвоживание, голодание и голодание. Короче, детей и голодание, а у жены обезвоживание. Окей. У детей голод, у жены обезвоживание. Так, ну пока хилимся, живем реально. Сейчас, секунду. Болезнь может появиться в результате недоедания, облучения и других факторов. Окей. Армия не прибудет, по крайней мере, пока. Такие новости мы сегодня услышали по радио. Но в то же время они обратились с просьбой ко всем уцелевшим гражданам срубить деревья в парке неподалеку. Мы не знаем, зачем это делать. Возможно, какому-то важному генералу нужны дрова для камина. Но нам дали ясно понять. Либо рубим деревья, либо прощай эвакуация. Ну да, мне кажется, по-любому. Какие еще варианты? Какие еще варианты у меня? Топора нет, топор сломался. Значит, топор сломался. Мы срубили столько деревьев, сколько смогли. Конечно, много не получилось, но мы надеемся, что этого хватит. Когда армия свяжется с нами в следующий раз, то им лучше сделать это из танка, припаркованного на нашем дворе. Точнее, на том, что от него осталось. Жаль только, что, изображая из себя лесорубов, мы сломали топор. Так, смотрите. Обезвоживание. Мы ему сейчас дадим воды. Обезвоживание. Дадим воды. К
нам на огонек заглянул неряшливый торговец с потрепанной сумкой на плече. Он предложил заключить... это кота. Это завести кота. Давай, давай заведем кота. Давай заведем кота. Опять с котом. Сюжетка слишком одинаковая. Я все знаю, что теперь будет связано с котом. И мы его отдадим куда-то, потом он к нам вернется, потом он найдет провод. Угу. Долорес должна что-нибудь съесть сейчас. Голод, усталость. Истощение, голод. Голод, истощение. Бам. Так, если кто-нибудь бы нам сказал, что увидим танцующего таракана, не поверили. Правда, и... Так, все, бьем его книжкой. Книжка его. Бьем книжкой, бьем книжкой. Кто звонит? Звонок через дорогу, вроде не идти. Так, мы еле справились. Еще пара-тройка этих светящихся жуков, и мы бы ушли на пустоши в поисках лучшей жизни. Хуже тараканов, только это радиоактивные тараканы. Так, окей. Мэри Джейн очень голодна. Там что-то Долорес пукает. Сейчас смотрим. Голод. Истощение, голод. Голодание. Голодание. У Долорес голодание. Значит, мы ее кормим. Так, не думали, что к нам кто-то позвонит. Еще? Пацантре, блядь, я не знаю. По-моему, они подзвонят, но есть шанс, когда пойдешь обратно, что-то с собой взять. Поэтому я бы послал Долорес. Она усталая сейчас, какая разница, да? И пришел кто-то. Надеюсь, батя. Батя пришел. Есть. Там кто-то позвонил, да, на той стороне человек представился уцелевшим, и потом что-то там, а потом нам перезвонят, окей. Так, фух, он все вернул, мы добрались до местной церкви в конце улицы, почти вся церковь была разрушена, но часть, где находились священники, уцелела. Небольшая группа людей позже уцелела и создала какой-то культ. Они думают, что все, что происходит, это какая-то игра, придуманная для чего-то развлечения. Так, окей. Сектанты решили, что им не нужна святая вода, и нам, короче, дали всего лишь две воды. Он всего лишь ради двух штучек воды ходил куда-то, да? Жажда, истощения, голодание. Сына накормить, дочку накормить и жену напоить. Накормить, накормить, ничего, и напоить. Корм, корм, ничего, напоить. Так, ну сразу собираемся, у них истощение, они, значит, могут с большим шансом сдохнуть, но других вариантов нет. Я сейчас буду посылать дальше детей, сейчас дети уже пойдут в расход. Так, во время последней экспедиции мы обнаружили неподалеку транспортное средство. Выглядит оно своеобразно. Мы не рискнули подойти ближе, чтобы рассмотреть его. Мы почти уверены, что это не ловушка, так, расставленная какими-нибудь бандитами. Может быть, отправить туда кого-нибудь, чтобы узнать наверняка. Долорес. Давай. Вот бы там было все нормально. Только не вернись больным. У меня уже рекорд. У меня уже рекорд. Фух, он не вернулся больным. Пиздец. Спрей от насекомых поможет избавиться от насекомых и других существ. Еще это оказался ржавый танк. Это оказался ржавый танк, он слегка обгорел, у него нет гусениц и других важных деталей. Но сиденья очень удобные. Как было бы здорово уехать на нем из этого... Кстати, содрали бы сиденья, не сидели бы на этих шконках. Так, Стэд все еще чувствует сильную усталость, ему нужно еще немного времени. Так, Мэри Джейн, сейчас все сдохнут, ясно. Так. Еще? Так, так, сейчас, подождите. Тимми обезвоживание. Тимми пьет. Девка пьет. Да? Девка тоже обезвоживание. У него
усталость, голодание. У мужика голод. У мужика голод. Мы его кормим. И у нее ничего. Все. Подожди, что это? А, тут даже теперь есть зарисовки. Смотрите, как выглядит этот танк. Дождаться дальнейших указаний от военных. Дождаться дальнейших указаний от мирно настроенных обитателей пустоши. Поняли? Капец. Капяо. Блин, либо детей я сейчас посылаю, либо опять Долорес посылать. То, что вы сказали, реально говно. Короче, куда-то вот сюда пусть пойдет. Вот в это здание. Пусть идет, лутает это здание. Короче, да, подождите. Она истощена? Истощена голод. Обезвоживание, истощен, истощен. Все истощены, поэтому Долорес... детей? Ну ладно, давай детей. Тогда дочку. Дочка отправляется. У нее будет ствол. Ну давайте, карта. Ствол крутой, и сынок. Патроны. Ну это вообще фулл сет. Если она с ним сдохнет, это пиздец. Слушайте, это рекорд реально. Ну эта игра полегче, видимо. Или тут просто больше событий. Психическое здоровье не менее важно, чем физическое. Обезвоживание, надо его будет напоить. Еда заканчивается. Так, без сомнения, Шариков может сам по себе заботиться, и все, что самостоятельно, не перестает нас удивлять. Недавно мы обнаружили на его ошейнике адрес. Да, надо сходить по этому адресу. Ты крутой, сынок. Сука. По поводу... Я забыл, что хотел сказать, так что... Так, не успели. Ну, короче, Шарикова забрали. Это, естественно, все это мы знаем, этот сюжет. Ее надо покормить. Ничего. Ничего. Так, короче, только кормим Долорес. Кормим Долорес. Блин, еда заканчивается. Я хочу себе купить теперь такой шуб. Тимми сходит с ума от скуки и не отходит от отца ни на шаг. Сначала ему хотелось поиграть в салочки, потом в прятки. В таком маленьком убежище было бы трудновато. Тед в плохом настроении и хочет, чтобы его оставили в покое. Тимми не сдается. Как насчет игры в пантомимы? Я согласен, пантомимы прикольные. Так. Ну, вроде пока все идет в порядке, реально. По радио что-то сказали. Игра не удалась, вот это Тимми спокойно придумывают загадки и спустя мгновение уже кричат, обвиняя друг друга в жульничестве. О, капец. Так, ладно. Так, по поводу кормежки. Обезвоживание. Жену. Напоить. И накормить сына. Так, сына кормить, жену напоить. Ночью мы услышали какие-то подозрительные звуки на улице. Когда утром мы выглянули из-за двери, то увидели кожаный чемодан. Нет. Я один раз такой взял, короче, без стрима. Там была вода, они эту воду выпили и все заболели. Не пойдем. Нет, нет, это как-то очень странно. Подкинули чемодан, это очень странное дерьмо. Так. Что-то деваха. Где деваха? Когда она вернется? Мы даже не догадывались, кто оставил чемодан, да и сегодняшний день доверять нельзя никому. Мы не будем рисковать своей жизнью. Угу. Истощение, голод. Жажда. О, надо его покормить. Теда кормим. И Тимми поем. Теда кормим, Тимми поем. Так. Тимми, что-то светится у тебя в кармане. О, нет. Муравьи-мутанты. Когда Долорес увидела их жуткие маленькие жвала... у нее чуть не случился сердечный приступ. Она хочет от них избавиться. Но Тимми говорит, что, что собираться построить атомную муравьиную ферму. Один из них обязательно добьется своего. Кто? Я думаю, жена, потому что это пиздец, блядь.
Чё за бред, блядь? Чё-то передают, чё-то передают. Капец. Что это? Так, сейчас, подождите. Теда надо напоить. Все, окей, Теда поем. Долорес ничего не желала слышать о том муравьиной ферме. Она яростно топтала на баги, пока не раздавила всех насекомых. На лице у нее читался триумф. Тимми очень на нее обиделся. Сегодня утром мы с удивлением обнаружили, что Шариков в убежище. Понятия не имеем, как он тут оказался. Ладно. Угу. Так. Еще раз, у Теда обезвоживание, тут нормально, и тут нормально. У него только обезвоживание. Обезвоживание у Теда, понял. Военные опять сделали заявление по радио. Армия уже близко, они просят выслать по одному человеку от каждой группы уцелевших, чтобы встретиться с ними и описать ситуацию. Это звучит нам немного подозрительно. Надеемся, что у них благие намерения. Честно говоря, вариантов у нас нет. А значит, нужно кого-то отправить. Либо главного отца, либо сына. Я думаю, главного отца. Отправляем. Либо кто-то пришел, либо кто-то ушел. Нихуя здорово, ёпты! И она даже не больная! О-о-о! Кайфы, кайфы, чил. Так. Ой, блядь, смотрите. Порванная карта. Так она не так уж и порвана, чтоб там... Блядь, ах ты пизда тупая, блядь, порвала карты. Так, мы успели на встречу и очень старательно отвечали на все вопросы солдат. Надеемся, мы оправдали их ожидания и произвели хорошее впечатление, несмотря на наш потрепанный вид. Так, во время вылазки мы решили есть минус. Во время экспедиции сильно пострадала наша карта. Использовать ее практически невозможно. Ружье возможно списать, оно повредилось в экспедиции. Блядская ты... Тварь, блядь. Шлюха. Подожди. Мэри Джейн подхватила какую-то болезнь. Болеет она, все-таки болеет. Так, истощение, голод. Голод, усталость. Голод, истощение, голод, жажда. Ничего особенного. На следующий день жестко будет уже. Так, на следующий день идет уже либо Тимми, либо Долорес. Так, оглушительный грохот, возглас, удивление и побелка, падающая с потолка. Ага, казалось, Шариков нашел, да. Мы смотрим, что там. Так. Ля-ля-ля-ля-ля. Мы им дали взбучку, но это стандартный сюжет. Дождаться прихода военных, дождаться дальнейших указаний. Но пока все. Пока все. Так. Окей. Давайте кормить их. И прочитаем, что есть. Плохое питание, слабое здоровье, ранения снижают шансы на выживание. Истощение, усталость, болеет, голода. Так, у нее голодание. Ее мы покормим сейчас. Кормим девку. Дальше. Усталость, истощение, голод. Истощение, обезвоживание, голодание. Ей надо и то, и то. Так. Отправляем. Короче, пусть идет Тимми. Он еще не ходил. Но я бы ему дал, знаете что? Вот этот спрей, потому что тут было написано то, что он может помочь от других животных. Скорее всего, если он там столкнется с какими-то животными, сможет прыгать на них этих спреем. Этим. Так что, я думаю, что так. Просто спрей. Не надо ему чемодан, просто спрей.
Пиздец, пиздец. Долорес больше не испытывает жажду. Так, давайте посмотрим. Истощен голод. Истощен голод. Усталость, обезвоживание. Надо ей дать попить. Супы кончаются, пиздец. Сорок один день. Еба! О-о-о-о! Пиздец. Ой-ой-ой-ой-ой. Когда же меня уже спасут? А на какой день спасение приходит? Паранхат перед нами. Ну, короче, да, они сказали то, что что-то какие-то они крутые, и они нам дадут какие-то подробности, окей. Давайте смотреть. Истощение, голод, обезвоживание, его напоить и накормить. Его накормить и напоить. В ходе ежедневного расчета припасов мы обнаружили, что не хватает одной банки с супом. Причем вчера она была на месте. Это означает лишь одно. Среди нас завелся воришка. Необходимо срочно выяснить, кто стоит за этим ужасным преступлением. Она жирная. Она чихнула. Блять, это не значит, что она заразит других, пожалуйста. Так. Мы знали, что сделать прошлой ночью. Мэри Джейн, ты нас очень разочаровала, юная леди. Мы растили тебя не для того, чтобы ты воровала еду. Минус одна еда, блядь. Пиздец. У меня нет еды. Диета Мэри Джейн позволяет немного поесть. А шо ж ты тогда спиздила-то, блядь? А, нет, есть одна порция, буквально одна порция. Голод. Голод. Жажда. Одна еда, придется жрать ногу Мэри Джейн. Так, с Мэри Джейн в последнее время часто спорят. Сегодня они решили выяснить, кто сильнее. Малефисента с топором или злая королева с... Вантов... А, с винтовкой, блядь. А, вопрос, безусловно, сложный. И спор грозит перерасти в дратку. Я думаю, что Тед прав. Винтовка решает. По радио что-то базарит. По радио что-то базарит. Что-то базарит по радио, блядь. Мэри Джейн была так уверена в своей позиции, что решила поспорить на полную банку супа. И она все-таки пришлось признать, что Тед приводит более... Блядь. Блядь, еба. Голодание, ее надо покормить. Обезвоживание, голодание, ее надо покормить и попоить. Ее покормить, ее покормить и напоить. Когда сегодня мы открыли дверь вышки, мы увидели на полу письмо. В нем нас умоляли помочь группе выживших, обитающих неподалеку. Они называют себя нашими друзьями. Они просят нас принести какие-то запасы в назначенное место и дают слово, что мы не пожалеем. Где Тимми? Он сдох? Тимми, походу, сдох.
Мы знаем, что другие люди в беде. Мы искренне им сочувствуем, но, к сожалению, у нас самих не хватает провианта. Вот именно. Голод. Голод, жажда, обезвоживание и... Ну, нормально. У девахи обезвоживание. Уже заканчивается, все уже заканчивается. Давай меня спасай, блять, на завтра. 45-й день, на 45-й день, я надеюсь, приедут сразу и меня спасут, блять. К нам кто-то пришел. Мы не можем расслышать, что там говорят, но бешеный стук в дверь не прекращается. Может быть, это хорошие новости, а может быть, плохие. Блять, если очень быстро долбят. У меня мало еды, я думаю, что надо открыть. Кашель. Получено достижение, 2 достижения. К сожалению, нас избили, связали и оставили наблюдать, как банда мародеров грабит наш дом. И хоть мы редко думаем о нашем убежище, как о доме, сейчас это как-никак, но дом. Этим мерзавцам было все равно, что станет с нами, умрем мы или выживем. Наше будущее уже не такое радужное. Блять, ебаный, блять, пиздец, да что за пиздец, блять, ебаный, блять, тварь ты, сука. А, тут реально танк. Друг. О, это даже так. Ну, пиздец, блядь, какой-то нахуй, блядь. Пока. Всё, давай. Happy birthday, Саски. Я чики-бамбони, додо пицца.